Открыть собственный бизнес стало еще проще. В Акмолинской области планомерно реализуется программа «Дорожная карта бизнеса 2025». Благодаря государственной поддержке граждане могут открыть свое дело и добиться успеха. Так, благодаря программе в селе Атбасар появился акваклуб для реабилитации детей с особыми потребностями. Детский акваклуб в Атбасаре – один из инновационных бизнес-проектов, реализуемых в рамках госпрограммы. На него выделили 5 миллионов тенге в качестве безвозмездного гранта. На эти средства приобрели необходимое оборудование и мебель. Вместимость акваклуба – около 100 детей, от 2 месяцев до 7 лет. Так как открыт такой бассейн, это очень дорогостоящий проект, я знала, что мне нужна будет помощь. И как раз пришла такая поддержка от государства, как проект на реализацию бизнес-идей. Я, защитив свой проект, предоставив его в городе Кокшетау, выиграла грант. Акваклуб только начал свою профессиональную деятельность, но его посетители уже видят положительную динамику благодаря гидрореабилитации. Здесь мы занимаемся уже в течение месяца. Результаты очень хорошие. Во-первых, ребенок очень с удовольствием даже сюда ходит. И с другой стороны, динамика его состояния намного улучшилась. Конкурсная комиссия оценивала бизнес-проекты по следующим критериям. Новизна бизнес-идеи, конкурентоспособность, готовность программы к внедрению, возможность создания новых рабочих мест. Всего поступило 919 заявок. Из них конкурсная комиссия рассматривала 433 заявки. Комиссия своим решением выбрала 31 проект, которым мы перечислили 139 миллионов тенге. Реализация госпрограммы дает импульс опережающему развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. В результате были открыты новые рабочие места в сельской местности. Евгения Мягченко, Ербулат Серикбай, Информбюро, Акмолинская область.